Со своего счета я вывел пару миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на хотелки друга. Если траты превысят мой баланс и мне напишет, что недостаточно средств, все, что покупалось, сгорает на 15-м сервере. Где можете играть и вы? Заходите в игру, вводите пик-код Орган и получаете самые лучшие бонусы. Давай первую точку, куда мы едем, чтобы потратить деньги. Че хочешь? А давай, знаешь что? Я хочу купить лотерейный билет. Он стоит 111 тысяч. Бамс. Реально? Далее. Найс. Все, он потратился. Это хорошо. Значит, я его открывать не буду, правильно? Нет, открой, открой. Ладно. Берем, используем и выпадает 40 тысяч. Хорошо, 40 тысяч у тебя уже есть. Дальше, что мы делаем? Так же? И еще один лотерейный. Еще один. Ты рисковый, ты рисковый. 10 ладно, лотерейных билетов на миллион, давай. 10? Ладно, хорошо. 1, 3, 6... 8. И последний, 10. Сразу все открываю? Да, давай, 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 крути, крути, крути. Первый, 40 тысяч. Второй, 40 тысяч. Третий, 40 тысяч. Пятый, 40 тысяч. Шестой, 40 тысяч. Удивительно, может в седьмом будет 40 тысяч. Остается еще 3. А, нет, я даже больше купил. 40 тысяч, еще смотрим. Это 40 тысяч, 40 тысяч. И последний, 40 тысяч. Ну, в принципе, все 11 билетов дали по 40 тысяч, поэтому мы умножаем 440 тысяч, у тебя уже точно есть. Следующий пункт назначения у нас какой? А то есть мы лям потратили, это вообще похуй. Да. Условно, у меня есть бюджет. А какой бюджет? Я не могу сказать. То есть тебе надо как раз аккуратненько это все тратить. То есть смотри, если ты зайдешь за грань бюджета и мне покажет то, что недостаточно средств, все, что есть у тебя, ну то, что мы купим, оно сгорает в ноль. То есть тебе нужно закупиться хорошо, но не пожадничать. Поэтому выбирай следующую точку. Скинчик может какой-нибудь дорогущий ты хочешь? Нет? Алло, вот этот скин самый дорогой, нахуй. Ну, понял? По факту, ну а может и хоть что-то, ну чисто так дома походить, чтобы этот не пачкать. Ладно, нет. Next точка какая? Смотри, 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 смотри. На ему штраф, нахуй. Возьми штраф, тварь. Какой ты дурак. Я знаю. Что там? Мы едем в казино. Казино. Едем сразу играть? Же? Я думал, ты что-то купишь, там дом, квартиру, какую-нибудь еще штуку. Ну, это ладно. Потом. Есть вариант сейчас реально залутать. Смотри. Бля, а я надеюсь, мне реально повезет. Но я хочу машину какую-нибудь. Я пока так. Подумаю, какую. Я просто не знаю, какой... Это что за хуйня? Ну, убираем. Это шваг... Ебать! Нормально, ладно, так и работаем. Смотри, я машину хочу какой-нибудь суперкар, и желательно новый, чтобы муха на нем не сидела, то бишь салона надо будет купить. И стейдж 3, это 7 лямов. Я просто не знаю, какой бюджет. Надеюсь, ну ты, типа, ну не по-нищему решил сделать ролик, а лямов там 50 хотя бы за запас, наверное. Не знаю, не знаю вообще. Короче, сейчас будем 10 ставок на числа ставить по ляму. Хорошо, ладно, без проблем. Бля, если я въебу 10 лямов, это будет... Просто если ты, одна ставка нам прокнет, это плюс 36 лямов. 36 лямов, это да. То есть да. Ты таким образом хочешь расширить наш бюджет, и да. Чтобы залутать тачку. Хорошо, да. Тогда отправляемся да. В казино. Так, я покупаю, получается, покупаешь. 10 тысяч фишек, правильно? На 10 миллионов. Да, 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 да. Покупай, оплата прошла. Хорошо, уже как бы, ну, приличную сумму мы потратили. Значит, мы идем за вот этот вот стол. Ты сам, да, колить будешь цифры? Да. Давай тогда. Встану. Так, это... А как сюда встать? А как встать? Во, альт. Альт да, нажать. Присоединиться. Так. Ну давай, ставь на 23. На 23 я ставлю косарь. Да, 1000 фишек. Косарь, хорошо, улетело, ждем прокрута. Прокрут пошел и... Я офигеть, если 23 будет, клянусь. По-братски. Проиграли, выпало 17. Я, кстати, хотел 17 поставить от себя, но давай, говори, куда ты следующее? Забыл. Не, реально. 29. 29, также мы ставим один косарь. Прокрут почти кончился и 29. Давай. 27. Блин! Ну мы были рядышком. Ладно, следующая ставка куда? 15. 15. Хорошо, также косарь. Это мы потратили, ну, между прочим, уже 3 миллиона, ляма. Да. Да, пока бежит. Больно-больно. Мне почему-то кажется, что сейчас семерка-восьмерка. Что-то из первого сектора должно упасть. 29. Ебать, прикинь. Прокнуло бы нам так, ладно. Следующая ставка, куда? 12, 12, 12. 12? Так, значит, мы должны сделать вот так вот. Поставить денежку. Четвертый лям у нас спокойным образом улетает. Давай, 12, не подведи, пожалуйста. Ну надо максимум расширить. 30-ка падает. 29, 30, в принципе, с кайфом. У тебя осталось всего лишь-то, ну, 6 ставочек. Куда ставим?
17. 17, хорошо, косарь улетел. По-братски, 17, ну нужно выдавать, ну пора уже. 20, ну, понял, ты очень рядышком гуляешь, давай. 27 снова. 27 снова, без проблем, косарь улетает, и это наша шестая ставка. Так, шар почти приземлился. 8. Так, давай. 34. 34, без проблем. Совсем капельку осталось. 34, пожалуйста, там 34 пролетит. Блядь, как рядом. Так, давай. 14. 14. Ну, сейчас как бы мы у казино вот этого конкретно глаги-глаги делаем, но 14, надеюсь, нас спасет. Напомню, у нас осталось, если что, 2000 фишек вот после вот этого прокрута. Охуй. Пора угадывать. 17. Блять! Бля, ты все рядом угадываешь. Давай дальше. 26. 26. Может, 25 поставить рядышком? Нет, 26. 26. Хорошо, ладно, без проблем. Так, ну пожалуйста, это предпоследняя ставка. Ну хоть чутка, дай Максу денег. Ну, пожалуйста, 26. Девяточка выпадает. О, последняя ставка, Макс. Прям 30. Очень хорошо. Тридцатка. Очень ответственное решение. Последние деньги мы сюда ставим. И идем дальше. Чую, мы мега удачно просрали 10 миллионов. Если так и так. Да, минус 10 миллионов у нас имеется, поэтому что дальше будем делать, Максимка? Да иди нахуй, блядь. Так а я-то что это, ты цифры пикал? Я по факту дал тебе, ну, поиграть. Давай, забираем машину и передвигаемся уже к следующему, так скажем, а что, магазу. Энную часть бюджета мы потратили. Что захочешь ты еще сделать? Смотри, мы сейчас с тобой идем в банк. Так. Я называю тебе номер счета. Так. И ты скидываешь ее бабки. Ага. Это же не запрещено. Это, ну, не запрещено, но ты понимаешь то-то, что как бы... Хотя у тебя по факту ничего нет. Ты по факту сейчас заработал 440 тысяч, это твой максимум. Ладно, хорошо, основной счет и... Диктуй сейчас цифры. Но заметь, если что, ну, возможно, я все снял с банка. Я сейчас ничего не вкидывал со своего бюджета, который на руках. 20. 20 миллионов или 20 рублей закинуть? Да, лямов. Ладно, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Если сейчас у меня будет недостаточно средств, то ты заработал 400 тысяч и проверяй счет. Найс! Ладно, очень-очень хитрым методом модно это сделал. Давай, ну давай без банка только больше. Вот что угодно, но точно не опять в банк едем. Надо что-то материальное покупать. Блядь, это получается, если реально полтинник, мы получается 20, лям и 10, мы 30 потратили, да. 31. А похуй, двадцатку я забрал. Так я у тебя ее заберу, если мы сейчас... Да хуй идешь, нахуй. Не, ну ты понимаешь то-то, что я, ну, попрошу админа. Ну, такие правила. Я если сейчас так, ты я... за рамки нет, выйдешь... Нет, смотри, я удаляю аккаунт здесь на 15-0-0, и все, и похуй. Двадцатка пропадет. Не, ну по факту, ладно, и так она пропадет. Это, ну, проблем нет. Поэтому ты обнищаешь. Ну, есть момент, но да ладно. Все ради контента. Самое главное сейчас просто, ну, типа, в голове выстроить там какую-нибудь цифру. И если поехали, ты потратишь... Покупать. Все, я понял. Мне кажется, вот именно сейчас он где-то да споткнется. Да похуй, я ебану лыном, мы черон сейчас купим. А сколько он стоит? 100. Ладно, давай. Так, мы находимся в магазине и, ну, еще раз повтори, что мне нужно купить? Бугатти Дива. Дива? Да я шучу, Чирон. Так, Чирон, хорошо, ищем, вот он, 100 миллионов. Цвет какой? Черный. Черный Чирон. То есть, если я сейчас нажимаю кнопку, да, и да, недостаточно иди, средств, сука, то ты мне отдаешь, ну, либо удаляешь просто аккаунт. Макс, я нажал. Где? Да ну нахуй, я въебал. Придется 20 миллионов оставить у себя, потому что... Вон там на парковочке. Пошел, где? Нахуй, я вышел. А, еблан я. Мне для покупки нужен дом, но, короче, 100 лямов было. Я купил по факту Чирон, да. На банк сейчас закинешь, тварь. Я сам куплю. Блять, гада. Ну, ладно, чай. Хорошо. Я просто вышел, типа, я думал, реально надо будет сейчас удалять аккаунт. Я вышел, чтобы тебя наебать, поэтому сейчас я реагирую. Ах ты собака. Так, смотри, я тут вожу 110 миллионов. Ну, стейш еще можно, 7 лямчиков. То есть 107 миллионов мне придется тебе перевести. Даже нет, больше, 110 я перевожу. Давай, похуй, алло. Пришло? Найс, 110 лямов, найс, нет денег. Ну, сука, подожди, да, я сейчас положу все деньги, которые вот здесь, вот мне просто вот, ну, интересно, сколько у тебя останется. 100 лямов. Все, я поехал в Бугатти. Это пиздец просто. Сколько там копейки прям? Вообще все пиздец, все тильт. Ну, возможно, я пока ничего тебе палить не буду, но как будто бы я бы на твоем месте чутка бы пыл подубавил. Нет. Нет?
То есть дальше нет. Тратить по полной. Да. Хорошо, ладно. Давай сначала тогда доедем до автосалона, купим тебе Чирон и затюнем его. Вот появляется вот это черное. Это ты ж купил, да? Это ты, блядь. Как не садись, пошел нахуй, ты нищий. Да ты охуевшая жопа. Все, пошел. Вот он как работает. Я ему покупаю, а он вот так сразу пальцы вверх. Окей. Самое жесткое, знаешь что? То, что у меня забагался худ, и я не знаю даже, сколько там бабок осталось, поэтому... Я реально, я не помню, какой бюджет у нас был. Поэтому очень аккуратней будь. Ну, может, тогда все. Ты уверен? Ты можешь еще что-нибудь за вот так. Либо, ну, потерять все. Выбирай. Почему потерять все? Почему потерять все? Ну, если, смотри. Сейчас, если мы потратим какую-то сумму на что-то, и у меня будет недостаточно средств, то ты потеряешь Чирон, теряешь 20 миллионов, которые я перевел, и, ну, 440 с лотерейных билетов. Но по факту на них уже как будто бы насрать. Да, на них уже похуй мне. Ну, то есть, по факту, ты потеряешь, ну, 130 миллионов, если сейчас мы чутка больше, так скажем, превысим лимит. Так, мы потратили сотку, мы потратили. У меня вообще все зависло, походу, краш. Я перезашел, и Макс мне говорит, блин, тему. То, что я не хочу ставить стейдж, давай лучше магаз одежды. Ладно. Пойдем фастом выберем тогда скинчик, который ты хочешь. И я честно, я очень надеюсь, что как бы у него сейчас не хватит денег. Сколько литвин стоит, летай на ржи? Я не знаю, как бы, ну... Амарок, стар, поп, стар, хуй. Так, давай смотреть, где у нас вообще литвин. Так, можешь сразу, наконец, вот литвин десятку стоит, хочешь? Или академика? Или кто это? Это кто? Дубровский? Вот Дубровский есть. Это. А, Илон это Маск, этот. Яхай, бля! Не, Илона Маска за 40 миллионов, что-то мне кажется, а давай. Денег не будет. Не, пошел нахуй. Да давай. Ну давай, быстрее, сука. Давай, боровый у! Давай! Реально? Покупаю. Да, боровый у. А, у меня недостаточно места для новой одежды. Но мне не написало то, что недостаточно средств, поэтому по факту. Ну давай так скажу. Эти деньги есть еще, поэтому я просто тебе их сейчас на банк перекину. Это все? Да. После скина ты ничего больше не хочешь. Да, это все. Да можешь, не надо. Получается, давай я вот так вот открываю инвентарь и говорю: по факту, мы минусуем с этой суммы 14 миллионов. Миллионов, это получается у нас в остатке еще 69 миллионов было. Общий бюджет сегодня был 225 вроде миллионов. Из них ты потратил, ну, огромное количество денег и не пожадничал, поэтому молодец, можешь все оставлять себе.